Первый заместитель председателя партии Нуротан Баужан Байбек находится с рабочим визитом в нашей области. В ходе поездки Баужан Байбек остановился на значительных проблемах нашего региона и поставил задачи ответственным лицам. Подробнее в материале корреспондента. В рамках своего рабочего визита в область Баужан Байбек побывал в Жолынском районе. Там же состоялась встреча с деловыми женщинами региона. Стоит отметить, что на сегодняшний день в области около 125 тысяч человек занимаются предпринимательством. Около 70 тысяч из них – малым и средним бизнесом, 50% из них – это женщины. Баужан Байбек отметил, что со стороны государства им оказывается значительная поддержка. Теперь главная задача – трудиться. Я многодетная мать. С 2013 года занимаюсь предпринимательством. Ощущаю огромную помощь со стороны государства. Да и многие многодетные семьи чувствуют такую поддержку. Сейчас мы проводим огромную работу внутри партии. Мы считаем, что в маслихатах всех уровней должно быть не менее 30% женщин. Главная задача партии – сегодня говорить открыто о существующих проблемах, не занимать пустословие, а делать конкретные дела. В ходе поездки в Жамбулскую область первый зампред правящей партии также внепланово ознакомился с работой солнечной электрической станции «Бурная» мощностью 100 мегаватт. По информации Акима региона, до конца года в области введут в строй еще 4 новых источника альтернативной энергии, что позволит увеличить их долю с 17,2% до 22%. Помимо этого, первый заместитель председателя партии принял участие в внеочередной конференции, где председателем Жамбылского областного филиала партии был избран аким области Бердибек Сапарбаев. Во второй день рабочей поездки Баужан Байбек встретился с жителями аулов Масанчи, Өтеген и Хордай, депутатами фракции, членами первичных партийных организаций Нуротан Хордайского района. Сохранение единства и согласия в стране, по его словам, зависит в том числе от дальнейшего развития гражданских инициатив, широкого диалога и эффективности демократических институтов. Куляш Умурзакова, Ахана Булхаир, 77 News.